декабре в сыром лесу режем мы не колбасу. Пусть наш лес холодный, но ты в нем не голодный. Есть здесь разные грибы. Собирай их только ты. Всем доброе утро. Наше утро началось сегодня с вот такого вот мокрого, холодного декабрьского леса. Проверяем сегодня лиственные леса. Ищем наши первые зимние грибы, а именно фламулину бархатистоножковую. Сегодня хотим открыть сезон, потому что по всем расчетам должны пойти уже именно зимняя пята, фламулинка. Поэтому будем искать. Сегодня не так уж и холодно. Сегодня прям достаточно тепло, заморозок отпустил, ночью был небольшой дождик, и я думаю, что-то должно нарасти. Поэтому проверяем свои старые места на наличие данных грибочков. Солнышко проскакивает, хорошо так капает с деревьев, ну хорошо прям. Тишина в лесу, птички прыгают, червячков собирают, красиво. Поэтому идем искать. Наша первая находка — фламулина бархатистоножковая. На мху только-только проклевывается молоденькая, свеженькая. Дрожалка оранжевая попадается, немножко примерзшая, съедобный, безвкусный гриб, но лекарственный. Обладает иммуномодулирующим эффектом. Можно собирать, можно брать и использовать в корейских салатиках. Ну, это если вы много найдете, конечно. Попалась нам говорушка подогнутая. Смотрите, тут их, как всегда, рядком много. Вся во льду полностью. Конечно, такой ледяной гриб мы уже не возьмем. Он уже будет никакой после оттаивания. Он прям огромная корка льда. Ледяные грибы. И дальше, если посмотреть, то их много прям, как обычно, они растут рядами. Говорушка подогнутая. Ух, какой экземпляр. Ха, отламываешь, от него корка льда отходит. Какие красивые трутовики, розочки, смотрите, и старые, ледяные, прям корка. Снимается лед. На всех грибах сегодня лед стоит. Объединение в лесу. Здесь молоденький. Такие красивые древесные розочки. Прям красота. С дерева стекает вода. Смотрите, прям пенится. Так интересно. Первый раз вижу такую пену на корнях. Капает и взбивается. Говорушек подогнутых валом в лесу. Посмотрите, какие размеры. Вот это да, по сравнению с моей рукой гриб. Не гриб, а грибище. И тут их очень много. Вот я пока стою, вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6 экземпляров. И вот так, так же они вот в ряд, в одну линию растут. И знаете, такие вот они и сочные, и ароматные до безумия, что вот прям хочется их взять. Этот гриб условно съедобный, поэтому обязательно подвергается отвариванию, а далее уже можно пожарить. Конечно, да, вкусовые качества у этого гриба так себе. Но декабрь, зима, преддверие Нового года. Почему бы и нет? Здесь еще раз, два, три особи. Приятные находки. Но знаете, как ни крути, на безгрибье и говорушка подогнутая гриб. Почему бы и нет? Давайте хоть одну попробуем срезать, посмотреть. Ножка у этого гриба резиновая, конечно, поэтому рекомендовано брать только шляпки. Часто очень этот гриб бывает червив. Ну, смотрите, а такой вот он водянистый. Червиво поели. Не знаю, если попадется, конечно, чистый экземпляр, можно было бы взять. Но этот точеный червями, поэтому этот, конечно, не возьмем. Такие находки. Осенняя пята. Смотрите, даже два молодых экземпляра. Здесь лопушки старенькие. Здорово. Выжили товарищи. Эти прям почернели уже здесь. Здорово. Представляете, да? Вот и осенние пята еще даже встречаются. Вот посмотреть один, как выглядит
Нет, конечно, они уже вон. Они-то и, может, и чистые, но их точил червяк. Слизень, либо что, я не знаю. Вот эти вот такие неплохие, прям хочется их взять с собой. А! Упал. Ну вот смотрите, какой экземпляр. Осенний опенок. Такой еще можно взять с собой. Прибитый морозом малыш. Гриб очень часто встречающийся зимой. В сырую погоду на размокших таких вот пеньках. Это эксидия. Она, кстати, очень похожа на наши иудины ушки. Но это все-таки не они. Это эксидия. И ребятки опятки встречаются. Да только не такие опятки, как нужно. А ядовитые ребята. Опята. Серно-желтые. Камера не передает этого цвета, но пластинки у них желто-зеленые. Ядовитый гриб. А вот и наше любимое деревце, где мы всегда, каждый год сбиваем ёшеньку вон внизу. Смотрите, какая прелесть нас поджидает. Да, и здесь по стволу, по стволу, по стволу, вверх, вверх, вверх. Вот она, красавица, сидит наверху. Сейчас будем ее сбивать. Молоденькая ёшенка. Так, нож с собой. Примотать есть чем? Скотч. Сейчас будем срезать. Вот она, красавица. Знаете, такая вот неплохая прям. Устричная уже полезла, зимняя наша. Так, давайте сначала нижнюю. Есть. И вторую срежем сейчас. Морозом прихвачена такая. Ну ничего, этот гриб он оттаивает и вновь возобновляет все свои пищевые качества. Все это оставим здесь. Ну такой вот больше, чем с ладонь экземпляр. Приятные зимние находочки. Срезали мы эту вешенку. Идем дальше. Смотрите, здесь такие маленькие экземплярчики. Но это еще не предел. Их тут очень много. И вот этот экземпляр. Прям, ну, очень красивый, очень большой. Примороженные такие тоже с кусочками льда. Но такие свежие, сочные экземпляры. Прям просто... радует. Класс. Представляете, какая картошечка с лесными вешенками свежими получится. Аромат стоит бесподобный. Но это еще не конец, потому что дальше по стволу мелочи просто валом. И вот такую мелочь ее, конечно же, приятно собирать, потому что она будет самой вкусной и нежной. Крупные экземпляры, они, конечно, уже более жесткие. И они такие все крошечные. Смотрите, вот-вот. Дальше идем, смотрим. Вот грибочки. Вот манюнечки. Вот кучка. Дальше вот растут малыши. И они еще подрастут, потому что, смотрите, здесь очень густой мох. И они прямо из мха красивого этого пушистого пробираются наружу. Вот такие вот малыши будут радовать нас всю зиму. Ой, а с этой стороны вид вообще еще более шикарно смотрится. Здесь экземпляры тоже. Ой, смотрите. Ну, я просто в восторге, у меня нет слов. Милота просто шикарная. И не забывайте заглядывать под бревна, потому что под бревнами прячется иной раз самое вкусное. Посмотрите, какие хорошенькие лезут к солнышку, кверху. И под корой там еще тоже, я вижу, туда уже не подлезть. Вот такие вот самые сочные экземпляры вешенки устричные. Красота. И нарастают маленькие удиноушки. Не будем их срезать, их тут всего два крохотных. Пусть пока остаются. Скоро тоже нарастут и будем их собирать активно. Туда уже не подлезу, но это самые огромные на сегодня. И тут раз, два, три лезут, лезут. Самый сок, самое то. Нужно брать здесь и сейчас. Из-под коры в замерзших листьях. Еще экземпляр.
И вот этот, ну, самый красивый, самый прекрасный экземпляр на сегодня. Так, красиво прям на ножках замерзшая. Вообще, ну красота же, а? Славная охота. Ой, аромат пошел. Обалдеть. Ой. Прям. Давайте вместе понюхаем. Ой, какая же она ароматная. Прямо сок. Класс. А вот и наш опасный, ядовитый. Можно так сказать, двойник фламурина. Но отличается, конечно же, он и по цвету. И по виду. Посмотрите. Главное его отличие — это темные пластинки. Вот такой вот светлый налет в виде юбочки на ножке. Этот гриб ядовит. Опасный, смертельный гриб. Поэтому этот гриб брать остерегайтесь. И запомните врага в лицо. Галерина окаймленная. Ни в коем случае не собирать и не есть. В принципе, зимние грибы, такие как фламулинку, увидеть достаточно легко невооруженным глазом. Вон два маленьких грибочка на тоненькой веточке растут, я их вижу. Но самое классное в этих грибах то, что их видно издалека. Смотрите. Та-дам! И вот они, моя прелесть. Их видно издалека, вот эти вот красивые яркие огоньки оранжевые, молодые и свежие. Просто шикарно. Грибочки только лезут, они такие молоденькие, все в виде икры. Такие самый-самый сок. Просто идеальное состояние. Яркие оранжевые огоньки. Фламулинка бархатисто-ножковая. Заканчиваем сегодняшнюю нашу прогулочку зимнюю декабрьскую. Такая вот у нас неплохая получилась охапка вюшенки с килограммчик, наверное. Вюшенка устричная, поздняя. Очень вкусная, ароматная. И вот такая вот небольшая семейка фламулинки бархатисто-ножковая. А также попались ушки. Аурикулярия уховидная. Смотрите, прям какие лопушки красивые, замечательные. Так что, друзья, сегодня наша небольшая прогулка завершается приятным питьем кофе на природе и свежем воздухе. Погода распогодилась, солнце вышло, конечно, шикарно, тепло. Мы сегодня открыли сезон зимних грибов. Фламулины, вешенки, нежных, вкусных, ароматных, самых классных зимних грибочков. Идите в лес и ищите своих друзей. Вы их найдете. Всем пока!